смотрите, к нам идет киса на удачу, наверное. Привет, красавица. Привет. Ты местная? Ты местная. Ты здесь живешь? О. Она ко мне пришла, смотри. Все, Лариса, знает, к кому подходить. Знает, кто вкусно готовит у нас. Лариса очень вкусно готовит. Она поняла. Здесь счастье будет. Ну ладно, мы дадим ей побегать, а сами пойдем, да, Лариса? Да. Здравствуйте, дорогие друзья, это мы, Лари Мари, и сегодня у нас распродажи, и вот в этом прекрасном доме. Да, дом необычный, потому что, как вы видите, он сделан из такого светлого кирпича, редко встречается нам, и удлиненный в таком стиле, даже, не знаю, какого-то классицизма, мне кажется. Интересно, сделаны шишечки такие при входе. Ну, посмотрим, что там внутри, да, Ларис? Да, пошли. Пошли. Интересная гостиная, большие два кресла, мы видим здесь стол круглый за $115, симпатичный. И вот здесь какое-то блюдо, Лариса, давай посмотрим, что это за $35. Ниппон. Это ниппон. Ну, в принципе, красивый ниппон, очень даже неплохой. Что здесь еще? Интересное зеркало, посмотрите, какой комод симпатичный. И столик и вот такой необычный диванчик. Старинный, $250. Вот сразу видно, что он такой старенький. Здесь такая интересная композиция наверху из цветочков, опускающихся вниз, артишоков каких-то. Стол. Интересно, если посмотреть на стол, на сам дерево, видишь, какой такой рисунок очень необычный. $375. И вот такие вот креслица. Он не креслица, а стульчики. Классный такой, да, миниатюрный наборчик. Очень миниатюрный набор. Интересно, он разбирается? Угу. А на этом столе мы завели какой-то вот старинный кувшин. Но он отбит немножко с этой стороны. Что это за фирма? Маркировка есть? Да, там есть там маркировка. Дрезден. Такой даже маркировки мы никогда не видели. И, в принципе, его можно использовать и без крышки, когда он получится более, ну, он не разбит, а вот видите, крышка вот здесь. Вот тут, отбили кусочек у нее. Но цвет очень красивый. Он подходит к дивану. Да, очень красивый, поэтому я не знаю, поставила. Здесь еще один стол, несколько разных предметов здесь. Вот такие большие тарелки. Просто интересно, что это тоже нам с тобой, да? Сейчас посмотрим. Шуман, что ли? Да, это да. Шуман. Вот такие большие, за $10 вот такая. И вот еще одна, тоже за $10. Что-то дешево. Да, в принципе, довольно-таки хорошая цена за шумановские огромные красивые блюда. Мы подумаем, да, Лариса? А что здесь, набор за 35? Вот такой вот. Это Япония, скорее всего, даже, может быть, и без. А да, вот. Япония. Япония. Угу. Легкие очень, воздушные. Вот. Ага. Это мы знаем, кто, да? Вот это... Хотя... А, нет, Лорик, это... Ролл Далтон, кстати. Хаммингберт. Ну, по-русски. Калибри. Калибри. А вот здесь, кстати, наверное, тоже две тарелочки. Шуман, да, да. Это однозначно. Вот это остатки сладкие, да, называются. Две. Смотрите, какие красивые. Было бы их 4, было бы вообще замечательно. Так, ну что еще здесь интересно? Вот фужеры. Вот эти вот фужерчики, $10, но как бы... Ничего на них написано. Мне еще нравится вот такая корзина. Корзинка, да, да? Очень красивая, симпатичная. Мы такие редко встречаем корзиночками. Там мы видим... Кудлеры, да? Для кудлеры, яиц. Да. О, посмотри, какая это. Рыба. Рыба. $135. И вон в углу такая же, только птица, посмотри. Да, это какая-то, наверное... Давай посмотрим. Написали Тенни Деннис. Ручная работа? А, вот видишь. Это, наверное, ручная работа. Угу. Вот этого мастера. Интересно. Вот они так делают. А это, кстати, родился лимуш. Мы с тобой чуть не пропустили. Посмотри. Это лимушская молочница и сахарница. Угу. Что-то написано, да. Но жалко, нет
и красивая. Смотри, какая красивая здесь верхняя стена, крышечка, но почему-то нет. Это какая-то бумажка. Не знаю, что это. Ты думаешь, туда не знаю, возможно, не... хотя, может быть, что-то принадлежит этому кувшинчику. Посмотрим. Молочнику. Но да нет, бывает, это детский рисунок какой-то. Открытка какая-то. Детская. Или что? Подарок. Послание из молочника. Да, написано про него. This sugar and cream was hand-painted by aunt. То есть это разрисовано было вручную их тетушкой и подарено много лет тому назад. Интересно. Ну, да. Вот здесь такой наборчик тоже симпатичный. Это что, Япония, да? Угу. Нет, Китай. Нет, Китай. Да, Япония. Кент. Да. И вот посмотри, что это. Вот это тоже интересное. Тоже расписано, видите, кто-то расписал сам. Угу. С инициалами мастера. Ну, да. Угу. Классно. Вот эта птица $135. Так все уютно. Да, здесь такая очень уютная. И, кстати, современная кухня. Видно, что очень современная. Все ходят здесь, кран красивый. Мы сейчас покажем. Здесь видно, был холодильник, мы уже убрали. И здесь стоит картина, конечно же, с зайчиками, любимая всеми. Даже поставили здесь свечку, очень приятная. С авторством $395 за эту картину. Просят. Здесь, посмотрите, мы часто показываем. Вот такая, вот такой набор прекрасный. $35. Кстати, это один, наверное, из самых недорогих. Обычно они очень дорогие. Вот такие вот наборчики. А это, Лариса, посмотри, это сразу же идет заварка чая. Вот такая штука. И это Pier One. То есть магазин, который у нас закрылся. И, в принципе, неплохо. Вот, сделал чай, заварил. Вот их 4, а вот этот почему-то крышки нет. На четвертом. Здесь уже рождественская тема, ребята, посмотрите. А нет, это не спот. Мы подумали, что может это спот. Нет, это какая-то другая, это японская компания. Никак. Похоже под... И мне Лариса понравился цвет вот этой Keurig машин. Смотри, такой прекрасный, голубенький. К тому... Да. Угу. Кувшинчику. Кувшинчику подходит, да. Посмотрите, какой симпатичный здесь уголок на кухне. И, кстати, там выходит тоже, там беседка с той стороны. Очень симпатичная. И вот такой набор мы нашли. Здесь, в принципе, очень даже неплохой. Это английский набор. Посмотрите, это Blue Bochista. И цена $60. В принципе, очень приемлемая. Здесь находится 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Но в основном здесь вот 8 чашек, да? Ну, для здесь тортика. Уже, да, здесь уже вот остались даже, ну, остатки сладкие. То есть, все так немножко побилось, наверное, в течение лет. Ну да, для тортика, для десертика очень даже симпатичный. Кстати, может быть, здесь не полный. Здесь сделали еще один стол красивый. Такой буфет большой, длинный. Мне очень нравится, Ларис, красивый. Везде свечки зажгли. То есть очень атмосферно здесь сделали распродажу. Здесь огромный набор, но такой светлый набор. Да, посмотрим, что это за фирма. Ну, это в Китае, сделано в Китае. Ну, просто... Каждодневный, да? Да, каждый день, но он белый, поэтому его можно украсить по-любому. И светлым. Это очень большой длинный стол, такой похож на фарм тейбл. То есть весь он зеленым таким сделан уже. Симпатичный. Посмотрите, довольно-таки дорогой набор здесь. Это винтаж. Это Calva Glasses. Написано, что 20-каратное золото. Ну, в общем, интересно. Такие вот $150 просят за этот наборчик. Посмотрите, какой красивый старинный проигрыватель. Он стоит на такой тумбочке. И он в рабочем состоянии. $245. Но жалко, нет пластинки, чтобы можно было проверить. Но вот такая красота. Здесь прекрасная коллекция небольшая статуэток фирмы Google. Посмотрите, более современно, вот они $20 за каждую хотят. Вот такие чудесные мальчики и девочки. Даже вот такой ангелок, я, кстати, вот такого ангела я не видела. Он самый дорогой, $28. Может быть, потому что действительно я не видела, потому что... Ну, то разные цены, $16, то есть, наверное, они смотрят в зависимости от того, насколько они были популярны. И здесь такой интересный комод с мрамором наверху, мраморная доска.
И зеркало очень красиво, команда. Марин, шкаф сам открылся, чтобы мы там посмотрели. О, да, что там у нас есть? А там вот этот мы знаем, да. Здесь тоже есть. Вот этот набор, скорее всего, что это на Ритаке. Угу. Название есть этого набора там? Harmony House. Harmony House, окей. Здесь это часть этого набора, основная часть, что она здесь на столе, видите, вот огромное количество всех предметов здесь. Просто громадное количество. Очень красиво. А сколько же он стоит? 295. 295. Угу. Цветы. А здесь еще больше. Гобель. А, да. Посмотрите, это тоже гобель. Но тайм. Более большой, написано, да? Да, больше, более большой, более современный. Странно, это какие-то немножко другие сюжеты. Мы таких больших не видели. Посмотрите, даже целое. Ой, новогоднее такое, да? Да. Подставками вот на этих. Вот они мальчик и девочка катаются на. И это уже 175 долларов. Это тоже гобель, даже здесь, видишь, здесь написано здесь. Угу. Много. А вот это? А, нет, это что-то. Это тоже Hummel, кстати, да. 95 долларов. Вот здесь табличка. Такой тоже не видели, да? Да, симпатичный. Смотрите, какой красивый фарфор. Волосский фарфоровый завод. Это 200 долларов. Если вы хотят, вот такие две чашечки и вот такой вот кувшинчик. Ну что ты, милашка, что скажешь? Как тебе жарко сегодня, скажет, да? Кстати, рыженькая кошка — это хорошо. Да, я люблю рыжих, они такие веселые.